Добрый день, дорогие друзья, коллеги и партнеры. Сегодня у нас второй урок по работе в кабинете компании Libertadia. В первом уроке мы рассмотрели самый первый вид заработка на просмотре рекламы. Давайте пробежимся по этим шагам. То есть вы с сайта компании после регистрации зашли в свой кабинет, ввели свой электронный адрес и пароль и попали в свой кабинет. Вы попадаете сразу на главную страничку, где здесь ваши данные, да, они же потом будут список и данные ваших лично приглашенных партнеров. А те ссылочки, которые вы уже отработали, которые вы прокликали за прошлую неделю, если кто-то присоединился и поработал в прошлую неделю, это все у вас уже на балансе. Ну, там у меня всего был один день, мне просто некогда было даже там кликать, поэтому один день я прокликала, вот на балансе 2.30. Те ссылочки, которые вы в течение недели прокликивали, в разделе «Task» у вас вот здесь будут ваши ссылочки. Ну вот сегодня утром я уже их просмотрела, поэтому они у меня как просмотренные, да, значит, у вас здесь будут они стоять. И вот здесь накапливается та сумма, которая за неделю вам была начислена. А здесь справа у вас по дням и по ссылкам, да, когда, в какое время, какая ссылочка, какую ссылочку вы отработали, вот здесь будет прописано, да, вот тут у меня 21, 22, 23, 24. Вот. Значит, завтра у нас пятница, в субботу, воскресенье ссылок не будет, и в понедельник вот вся сумма, какая здесь накопится, появится у вас на балансе. Баланс либо вот здесь можно посмотреть, либо он дублируется на главной страничке вашего кабинета. С этим все понятно. Теперь встает вопрос, как работать со структурой. Потому что, когда вы зарегистрировались, зашли в свой кабинет, покликали по ссылочкам, посмотрели эту рекламу, да, и увидели, что у вас капает денежка, то, конечно, вам захочется поделиться этим с другими людьми, со своими друзьями. Потому что, как говорят, что поделись с другом бедой, и беда станет наполовину меньше, поделись с другом радостью, и радость удвоится. И вот чтобы радость удвоилась, мы все любим хорошими новостями делиться со своими друзьями. И тогда возникает вопрос, как работать, как выстраивать структуру, потому что вы знаете, что здесь бинар, маркетинг бинарный, и как с этим быть. С одной стороны, мы знаем, что нам оплачивают от структуры до 6 уровня за выполненную работу в нашей структуре от просмотра рекламы, да, от кликов. С другой стороны, все наши люди выстраиваются в две ноги. И как это в голове совместить? Для тех людей, кто раньше с бинарами не сталкивался, вот совместить эти две вещи бывает иногда сложновато. Значит, смотрите, как я сказала, что вот здесь у вас в списке, значит, можно поставить, вот, показать всех, да, и у вас тут можно будет просмотреть всех, кто ваш лично приглашенный. С другой стороны, они же и располагаются в бинаре. Если вот здесь зайти My Network, здесь вы увидите схему бинара. То есть в две ноги ваши люди располагаются. И как же начать вообще весь этот процесс? Как тут что происходит? Фактически здесь соединены два маркетинга. Классический и бинар. Потому что все ваши лично приглашенные остаются вашими, и ширина ничем не ограничена. То есть абсолютно всех вы регистрируете по своей реферальной ссылке, и это все ваш первый уровень. Все люди, которых пригласят ваши приглашенные, это ваш второй уровень. И так далее до 6 уровня. То есть вот эта структура до 6 уровня – это ваша структура, с которой вам будет начисляться вот эти все люди, да, сами себе на просмотре рекламы будут зарабатывать денежку, а вам от всего объема всей структуры 1% будет начисляться еженедельно. Это понятно, да? С другой стороны, эти же самые люди, они размещаются в бинаре.
И вот тут иногда возникает непонимание, да, как это все совместить в своей голове. Ну, давайте разбираться. С этим понятно, да? Вот от этой всей структуры мы зарабатываем на просмотре рекламы и на собственном просмотре, и процент идет от просмотра всех людей нашей структуры. А вот этот процент, он зависит от того, на каком пакете вы находитесь. На бронзовом это 1%, на серебряном это 2%. Ну, в общем, от пакета зависит и объем доходности. Но это уже в маркетинге посмотрите, в презентации посмотрите. Там все подробно расписано. Вот, эти же люди все спускаются в бинар. И как это происходит? Значит, прежде чем начать регистрацию людей, вы заходите сюда и смотрите. По умолчанию у вас, скорее всего, будет стоять левая сторона. То есть все, кто зарегистрируется по вашей реферальной ссылке, все пойдут по левой ножке, вот по этой стороне, да, по левой ножке. То есть фактически все спонсорские регистрации спускаются вот сюда, вот по левой ножке. Задача каждого человека развивать свою правую ногу, да? Ну, либо если вы оказались в другой ветке, да, например, справа, то от спонсоров вам идет все по правой ветке. Тогда ваша задача развивать левую, да? Ну вот у меня, например, у меня получилось так, что спонсорская веточка, ножка правая, да, поэтому я всех регистрировала налево. А, да, и для закрытия квалификации, то есть зарабатывать на своих просмотрах вы можете без всяких условий, да? Но если вам хочется получать еще и от структуры процент, тогда нужно выполнить несложные условия. Вы должны каждую из ножек закрыть одной регистрацией своим человеком, да? То есть вы закрываете одну ножку слева. Как только регистрация прошла, вы возвращаетесь на эту страничку и вот здесь переключаете кнопочку направо. Вот сейчас, видите, по умолчанию у меня стоит левая ножка. Переключаете кнопочку направо, нажимаете «Сохранить». Ой, долго обновляется. То есть вы переключаете кнопочку направо, сохраняете, и следующая регистрация пойдет на правую сторону. Да? И таким образом вы можете регулировать налево, направо. Но нужно иметь в виду, что спонсорская ветка в данный момент, ну, по крайней мере, наша, активно развивается, поэтому первые свои усилия приложите в ту ветку, которую вам нужно заполнять самому. Если немножко непонятно, да, какая же все-таки спонсорская, какая ваша, если у вас пока еще не появились люди, которых вы не регистрировали, да, то обратитесь к спонсору, и он просто в своей структуре посмотрит, где вы находитесь, и поможет вам в этом разобраться. Вот, значит, и таким образом вы регулируете какое-то количество налево, какое-то направо. Что тут нужно сказать? То на самом деле здесь баланс по количеству людей не имеет абсолютно никакого значения. Что касается бинара, то здесь выплаты пойдут в зависимости от, ну, это вы посмотрите подробнее в презентации, но если коротко, то определенный процент от купленных в ноге пакетов. У пакетом является продукт Lifenbox. Это очень интересное такое дигитальное пространство, где и сайт, и чат, и видеофайлы все закачивать можно. Ну, в общем, много там и электронная почта, в общем, много там чего будет. Это очень интересно, да? Вот. И вот по количеству оплаченных пакетов в левой и в правой ноге, в зависимости от количества, вам начисляется определенный процент с меньшей ноги. Подробнее об этом на презентациях. Сейчас я в это вдаваться не буду, просто хочу пояснить, что в данном случае, в случае бинара, да, баланс по количеству тут не имеет никакого значения. Может быть, в одной ноге 1000 человек, а в другой ноге 2 человека или 3 человека, но
1000 человек, все будут сидеть на бесплатных пакетах и себе зарабатывать на просмотре рекламы, а 3 человека купят по золотому пакету. И вот, пожалуйста, и баланс совершенно не в пользу той ноги, в которой 1000 человек. Вот. Ну, а еще раз об этом, пожалуйста, смотрите презентацию, смотрите, может быть, и не один раз, потому что ну, в этом нужно разобраться, чтобы потом объяснять своим людям. Теперь, что еще обычно, ну, необычно, но частенько пока еще возникает вопрос, что я буду здесь иметь, да, там, выплаты, значит, от 500 долларов, а я тут кликаю и смотрю рекламу, это 8-10 долларов в неделю, 40 долларов в месяц. Это сколько ж я тут должен накликать, чтобы хотя бы первую сумму поставить на вывод? Давайте смотреть. Конечно, если вы собираетесь в строжайшем секрете держать эту возможность и никому ни слова об этом не сказать, не поделиться со своими друзьями, что вообще противоестественно для человеческой натуры, да, вот, то тогда, да, вам придется, ну, где-то примерно 5,5 месяцев, да, ну, по 10 минут в день работать, чтобы через 5-6 месяцев получить 500 долларов. В принципе, даже это, мне кажется, не так уж плохо. 10 минут в день, пока там пыль протерли, ссылочку кликнули, кофеечек приготовили, ссылочку кликнули, да, вот. И 500 долларов, они даже и через полгода будут не лишние, я думаю, никому. Но что будет происходить, если вы этой возможностью будете делиться со своими друзьями? Вот давайте смотреть. Тут, конечно, табличка очень такая мелкая.